Макс, тебе стоит на это взглянуть. Нейтан обвинил Рэйчел в том, что она принесла наркотики в кампус. А Дэвид это подтвердил, потому что думал, что она плохо на меня влияет. Уроды. Если Дэвид объединился с Нейтаном Прескоттом, значит, жди беды. Нейтан Прескотт III. Прямо несет деньгами. Его родаки, знаешь ли, отвалили кучу бабок, чтобы скрыть настоящее досье. Вот глянь-ка сюда. Плохие оценки, жалобы от учителей, надзор полиции. Отчислили меня. Ну, хоть сейчас его наконец-то отчислили. Смотри, тут заметка. Открой. Какой-то безумный рисунок. Это не рисунок, Хлоя. Смотри. Рэйчел в проявочной. Рэйчел в проявочной. Снова и снова. И все. Это пиздец. Да что это вообще значит? Нейтан и правда долбанный псих. Я знаю, он как-то связан с пропажей Рэйчел. Воу, ты только послушай. Дэвид М. всегда спрашивает, что происходит у меня в голове. Дэвид М. всегда помогает мне следовать за теми, кто ведет его. А, жуть какая-то. Судя по всему, они создали какую-то странную команду типа Мстителей. Господи. Дэвид следил за Кейт, приставал ко мне и, оказывается, интересовался и Рэйчел. Ну теперь мы просто обязаны обыскать его гараж. Ладно, мне стрёмно здесь находиться. Давай-ка сваливать. А может, нам стоит прихватить сувенир на память? Нет, ты не заберешь с собой это кресло. Макс, ты что, умеешь читать мысли? Или ты уже видела, как я пытаюсь взять его и отмотала время назад? Черт, я в ступоре. Это сила лучшей подруги. Я-то тебя знаю. Нужно уходить, мы и так слишком долго испытывали удачу. Ну и что у нас здесь? Твою ж мать! Джекпот! Сука! Вау! Многовато денег для фонда помощи. Здесь $5000! Я же смогу заплатить Фрэнку! Пусть порадуется чертов ублюдок. Да. Ну точно. Ой, да ладно, да что тут такого? Или ты хочешь отмотать время и забрать бабки? Так и делай, а не читай лекции. Фрэнк ведь знал Рэйчел, и если мы ему заплатим, то, возможно, он что-то расскажет. Верно? Ну, ты супер, Макс. А на оставшиеся деньги, подруга, мы с тобой съездим в Портленд. Татухи, пиво, травка, пончики. Что может быть лучше? В книге Пауэлла. Стрип-клубы. Шучу. Хотя, кто знает. Зря мы взяли эти деньги. Этот дьявольский взгляд пугает. Может, хочешь искупаться? Бассейн Блэквелла весь наш. Бассейн? Ты правда хочешь так рисковать? После этой безумной недельки мы с тобой заслужили немного отдыха. Все просто шикарно. Нас не поймали, деньжат мы подняли. Ну что, искупаемся? Ты права. Вы это, сука, заслужили. Пошли искупаемся. Что я слышу? Ты сказала «сука»? Кажется, я плохо на тебя влияю. Это же логово выдр. Да насрать, я хочу искупаться в бассейне. И все же надо быть осторожней, ладно? Мне ведь еще тут учиться. Да с твоими силами ты можешь завладеть этой дырой. Клои лелеет мечту устроить девичник, так что я буду следовать ее злодейским планам. Надеюсь, выдры выживут. Эх, решить бы эту загадочную пропажу фотографий кошки.
Жаль, что у меня нет времени на расследование этого дела. Вперед, выдры! Я бы выпила лимонада, но я же подсяду. Ну, выбирай. Девочки, конечно. Девочки? О-ля-ля. Пойду пока водичку проверю. Ну, выбирай. Мальчики, конечно. Так и думала. Маньяк. Пойду пока водичку проверю. Похоже, кто-то совсем позабыл дух Блэквелла. Думаю, это является фактом революции. Это точно раздевалка парней. В жизни не притронусь к футболке Зака. Похоже, эти штуки для тренировки детей. Очень беспечно, Зак. Неужели он не знает, как опасно мое любопытство? Держу пари, оно сделано в классе Джефферсона. Но зачем? Какой-то хипстер забыл свою отраву. Это ведь нормально, что Нейтан зависим от этих препаратов, да? Иногда. Славно знать, что Виктория любит хоть что-то, кроме самой себя. Добро пожаловать в 50-е. Не сомневаюсь. Дозатор почти пуст. Похоже, парням нравится эта розовая хрень. Макс Колфилд, моральная мстительница. Или самодовольная лицемерка. Поклонники такие. А я только начала думать, что в воде безопасно. Похоже, я теперь стерва из циклона. Решительность, решительность. О, просим вас простить нас, но ваших имен в списке нет. Так что сосите. О, будет забавно взглянуть на их лица, когда они увидят мое имя в списке. Похоже, я теперь стерва из циклона. Решительность, решительность.
Хлоя ждет, не дождется поплескаться в бассейне. Не думаю, что тут кто-то мог утонуть. Надеюсь. При недостатке воздуха я знаю, куда идти. О, вы только взгляните на эту тыкву-малютку. Теперь у меня есть власть над светом и смертью. Даже не думай об этом. Ты мне не нравишься. Да, мы поняли. Выдры. Кофе и плавание. Отличное сочетание. Привет, красотка. Мечтать плыви или умри, Макс. Привет, красотка. Мечтать не вредно, Макс. Ты что-то слишком любопытная. Фу, что за розовая слизь? Понятно, почему все носят с собой мыло. Что за отчаянная попытка добиться внимания? Надеюсь на это, братан. А вот нам не наплевать, тварь. Если бы я попала в 40-е годы, то мне было бы там ой как непросто. Эти полотенца выглядят как самые удобные полотенца за всю их историю. Хотеть. Ласты для бассейна. Они что, армаду водолазов тут тренируют? Билет на автобус. Она планировала сбежать из города, как Рэйчел Эмбер. Остроумие зашкаливает. Значит, секрет Виктории — это селфи. Иди-ка ты на... Нет. Джефферсон однажды сказал, не сравнивай художника с его работами. Снимки, правда, классные. А куда же делся второй носок? Старые вонючие футболки. Гадость. Видимо, Брок очень хочет поехать в кино с Уорреном. Ну, прям джакузи. А с учетом тех денег, так я вообще королева мира. Ха! Только не говори, что будешь вот так стоять и пялиться. Не смей! Попробуй останови. Окей, тебе конец. Бомбочка! Гляньте, в мои воды забрела выдра. Дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Ты такая предсказуемая. Меня от того фильма до сих пор в дрожь бросает. Не буду больше смотреть фильмы про акул.
Подожди-ка, я сейчас время отмотаю. Месть выдры настигнет. Читер. Да, ты уже должна об этом знать. Вот бы Рэйчел была здесь. Ей бы тут точно понравилось. Жаль, что вы так и не встретились. Мы встретимся. Знаешь, мне начинает казаться, что все связано между собой. Я должна все выяснить ради Кейт. Сегодня она чуть не умерла. Твоя сила все меняет, Макс. А главное, она меняет тебя. Могу с уверенностью сказать, что ты уже не та сыкуха, которую я знала. Спасибо, подруга. Ты же понимаешь, ты словно сливаешься со стихией. Скорее, мне просто повезло. Да и вообще, моя сила не очень-то помогла мне в спасении Кейт. Может, меня просто бросает взад вперед между временем? Но с какой целью? Но меня-то ты смогла спасти, Макс. И слава богу. Но вдруг все было бы не так. И да, пусть Кейт не спрыгнула бы, но ты умерла. Пора перестать оглядываться назад. И это означает, что мы теперь связаны. Ведь без меня ты бы не получила эту силу. Я права? Безусловно. Благодаря тебе я чувствую, что делаю все правильно. Ну, а ты заставляешь меня чувствовать, что я не просто так осталась здесь. Надеюсь. Хватит скромничать, подруга. Ты же самый умный и талантливый человек, которого я знаю. Даже лучше Рэйчел Эмбер? Рэйчел мне не кумир, ясно? По-любому у тебя в школе куча поклонников. Тот ботан. Уоррен, конечно, милый. Милый? Ауч. Вечный френдзона. Нет, он правда классный. Было мило с его стороны заступиться за меня. Но я так и не рассказала ему про свою силу. Не волнуйся. Как только ты это поймешь, весь мир будет у твоих ног. Главное, чтобы рядом была ты. Да не унывай ты. Я всегда буду рядом. Что-то я замерзла. Потому что нам надо сражаться, а не болтать. В стиле выдра против акулы. Думаю, сегодня я накупалась на весь год. Пошли. У нас ничья. Я себе задницу отморожу, когда выйду из воды. Такое ощущение, будто мы искупались в хлорке Бэй. И ты очень мила с этой хлоркой на волосах. Что ж, спасибо. Бежим! Бежим. Давай, Макс, не расходуй силы на то, чтобы спалиться. И смотри, чтобы все здание было оцеплено. Вы стебетесь? Прячьте, как в детстве. Я могу использовать силу. Или просто где-то спрятаться. А могу и то, и то. Ну и где же они? Эй! Эй, тут кто-нибудь есть? Даже не смейте устраивать хэллоуинские приколы после сегодняшнего. И я серьезно. Я что-то слышал. Кто здесь? У меня есть фонарик и дубинка.
Да мы настоящие ниндзя. Валим нах. Стой, давай обратно. Они рядом. Нам нужно найти другой путь. Это пиздец. Тебе нельзя в общагу, ты же как Блэквудский беженец. Переночуешь у меня. Думаешь, я буду в безопасности, если переночую в доме главы охраны Блэквелла? Окей. Давай в машину.